Рекомендуется играть в наушниках. Без наушников играть не рекомендуется. Союз-1. Космическая станция. Нажмите стрелки для движения. Ну или VAST. Ну и AD, точнее. Так. Окей, ну ладно, пойду влево. Нажмите Z для прыжка. Блин, придется все-таки стрелки нажимать. А, подожди, а может быть... Тут есть какие-то другие кнопки для прыжка. Там 0, например, Enter. Пробел, нет, пробел неудобно. Давай Z, окей. Окей, Z так Z. Ага. Нажмите XA для подбора. Ящик. Нажмите вниз, чтобы бросить. Понял? Хорошо. Джекпак. Джетпак. Удерживайте Z во время прыжка. Так, хорошо. Нажмите X для активации лифта. А где? А вот здесь, наверное, да? Так, и че? Ага. Надо было спрыгнуть, да? Надо было спрыгнуть. Че-то я не подумал, но... Космической станции Союза-1 на планету Спектр был отправлен исследовательский комплекс Зари. Спустя день после высадки пришел запрос на транспортировку. Для этой задачи на Спектр был выслан одноместный корабль Комета. Однако по прибытии, я не успеваю читать, что-то так быстро. Space Expedition. Погнали. Эпизод 1. Пролог. Планета Спектр. Посадочная площадка. Ща мы высадимся. И... Вот так вот, вот так вот. Окей. Что я могу? Я могу... Здесь глубоко. Смерть. Подожди. Вопросики, что это было? И смогу ли я отсюда выбраться теперь? А, так, хорошо. Может быть, даже смогу. Хорошо. Ну, самый обыкновенный платформер, который... заставляет меня прыгать, ходить... Нажимать на кнопки. Так, ага, ящик, ну, хорошо. Вниз. Я нажимал на X, а надо было вниз. Ящик. С собой его могу забрать? Скорее всего, нет. Хотя... Я даже не пробовал. Но... Пробовать, наверное, не буду. Почему мне кажется, что игра изначально рассчитана на мобилке, учитывая вот эти вот кнопки, которые показываются? Почему-то здесь, мне кажется, есть секретка. Ага. Так и есть. Так. Секретку нашли. И идем прям в стену. Вот такой вот гигачат. Такс. Крушим стены. Слышим какой-то фон дикий. Сейчас. Ау. Подстава. Лавовые формирования, которые под ногами сожгут мне ноги. Да и не только. Так, сюда. Не понял. Оу, что это было? А как ты это увидел? Или ты это услышал? Кстати, какая большая трава? Что это? Черт, он мертв. Биинженер, запись 001. Найден еще один... Образец неизвестной органической материи, необходимо произвести анализ.
Ага. Провел? Так, погоди. Генетик. Запись 002. Миссия провалена во время опытов. Органическая материя 073 вышла из-под контроля. Ох уж это органическая материя 073. Подожди, получается у вас есть 72 образца неорганической материи или чего-то еще. Правильно? Подстава! Так, ну ладно, там по-любому секретка вот здесь. Поэтому я сюда пройду. Так. Ага. Кристалл, здравствуйте. И возвращаемся наверх. Толкаем куб. Просто потому что могу. Просто потому что могу. Толкаю, запрыгиваю. И сейчас я захожу, видимо, на станцию местную. Который что? Который меня куда-то телепортировал. Эпизод 2. Озеро магмы. Йоу. Одни трупы. Геолог. Запись 003. Мы ошиблись в расчетах. Проходимые геологические исследования вызвали сильнейшее землетрясение. Окей. Ну, бывает. С кем не бывает? Бывает. Кстати, здесь пол ломается. А, так. И гудит так прилично. Сюда. О, еще один труп. Здравствуйте. Инженер. Запись 04. Органическая материя генетически изменяет живые организмы после землетрясения. Мутанты вырвались на свободу. Почему эта запись у инженера? Или это я записи типа делаю? Как-то странно. Так, хорошо. Залезть я не смог. Мне нужно делать вот так. Так. Это что? Окей. Это пулемет. Так. Сохранение. Ага, происходит жопа. Что происходит? Крышки на голову падает, что происходит, блин? Там же запись была. У кого? У этого. У геолога. Кто там до геолога был? Археолог. Не знаю, короче. Была запись, что... Да, а что ты такой шустрый? Что-то он мега шустрый какой-то. Ладно. Да ёп. А чё мне с ним делать? Он быстрый? Да ё-моё! Так он меня догоняет? Мне нужно идеально это прощёлкать? Блин, я же не в босса играю. Зачем? Ну, хорошо. Не прям идеально, конечно. Как есть. Эпизод 3. Убежище 097. Почему вы выбираете случайные номера для своих убежищ? 097, там, 228, 1332. Так, 1332, 1337. Охранник. Необходимо добраться до арсенала. Все замки сблокированы специальными ключами. Нашел его, надеюсь, работает. Хорошо. Ха. Чтобы открыть дверь, нажмите х. Оу, ха. Что такое громкое? Ха. Нужен синий ключ. Синего ключа у меня, конечно же, нет. Сохранение. Так. А еще. Ага, надо будет вернуться, значит. О! Хорошо. О, синий ключ.
Подожди. Техник, у нас проблемы с системой подъемников. Потолки не выдерживают нагрузки и могут обрушиться. Нужен срочный ремонт. Так починили бы. Че, я буду этим заниматься? Дважды нажмите за для суперпрыжка. Ок. Бали. Че на? Синий и красный ключ и сохранение, какой-то болт. Удерживайте X для бурения. Бурение чего? Зачем? Почему? Могу я в бок бурить? Ладно. О. Внезапно нашел секрет. Так. Я где? Я застрял нахуй. Ну как, кнопка рестарт есть? Продолжить. Блять, я застрял. Так, по-любому не должна быть. Ну-ка, выход нах. Да. Продолжить. Играть. Не говори, что все сначала надо будет сейчас это делать. Ух ты, сука. Ну ладно, тогда я не буду читать. А, при этом у меня кристалл. Хотя я его нашел. Ну, не сразу я его нашел, правильно? Так, мы идем сюда. Громко пищащая хреновина. Сюда. Сюда пройти мы не можем. Падаем, сохраняемся, идем сюда. Куча болота, прыгаем. Лифт падает, мы за ним. Прыгаем сюда, короче, берем джетпак. И берем ключ. Бла-бла-бла, техник, бла-бла-бла. Сюда. Твою ж. Лучше бы в бок. Ускорили бег, а не вверх. Сюда. И сейчас надо будет бурить. Так. Хорошо. Пробурили. Я должен был сюда попасть изначально, а попал хрен знает куда, блин. Из-за этого сейф локнул себя. Не может быть, чего не может быть? Ты горы зубами грызешь, ты удивляешься каким-то спокойным... понял тебя. Так. Поюш. Сюда. Теперь вопрос. Нафига я сюда спускался? Как это... сюжетно. Обозначено. Эйба. Ладно. Так. Здесь лифтов вообще не было. Их здесь еще не придумали, потому что они придумали ракетные ускорители. Так, хорошо. Сюда. Сохранение. Хорошо. Что дальше? Головой стену ломать? Так, мега-червь. Червь закончился. Хочу рывок. Влево-вправо. Так. Сюда. Сюда. Ёп.
сюда. Так. Говорит, иди вправо. Хорошо. И вверх. Нет, кажется, я умру. Да. А вот так? А так выживу. Че это? Да. По какому принципу оно вообще ломается? Я не понимаю. Оно типа то ломается, то не хочет. Ну, окей, наверное, не знаю. Блин, ты прыгать будешь? Так, что там дальше? Шахтер, запись. Наблюдается аномальная сейсмическая активность добычи ископаемых при Лаксе. Извержение подземных вулканов. Вот так вот. Сюда. Бля. Джетпак просрал. Ну все. Крындец тебе. Внезапно здесь был лифт. Просто лифт в лаву нахуй. Не хотите? Эпизод 5. Станция какая-то там. Калипсо, наверное. Так, чё тут у нас? Хэ. Сюда. Ага, ага. Ага, окей. А можно слезть? Я не... Че, я пешком не могу идти? Ага, заебись, блядь. А че мне надо было делать? У меня же тпака же нет. Так, ну я понял, что ты падаешь. Че делать? Ничего не делать? Охуенно. Блядь, да прыгай ты. Сучка. И как? Не, ладно. Да он не прыгает. Давай. Блять, рано. Ща-ща. Вот так вот надо было. Не бесконечно жать влево, блин, а надо было остановиться, сука. И это... Только потом прыгать. Так. Хорошо. Конец-то слази с этой адской вагонетки, блин. Так, хорошо, вызываем лифт. Где-то там слева, наверное. Во. Идем умирать. Так, едем. Ты хоть смотри, в какую сторону едешь. Тебе вообще пофиг. Нажмите Х, чтобы спуститься. Х. Тай. То у меня Z, чтобы подняться, то и Х, чтобы подняться. По-моему, что-то где-то... Что-то я где-то упускаю. Ах, бля! Где-то я что-то упускаю. Так, ладно. Сюда. Там по-любому секретка. Не угадал. Ну и ладно. Х для погружения. Я, кстати, ничего не нажимал.
он сам тонет, смотри, я ничего не нажимаю. Да, блядь, он всплывает на хэ, чё ты мне наёбываешь? Да, сука! Я сейчас нажал вниз, и он всплыл. А, там ёбаные шарики, блядь. Вон она чё. Извините за мат, ругаться я буду. Так. Это что? Это вот что? Это бомба? Это какие-то штуки, которые надо вверх выгрузить, да? По-любому. Как же ты медленно спускаешься. Давай. Жик-жик-жик-жик-жик. Так. Ага. А как мне их? Стоп. Намаз. Ща их вот так вот. Хорошо. Так. Чё здесь? А здесь еще один труп. Кажется, это криминал. Какие-то баночки. Удерживайте хэ для погружения. Да не работает ваша хэ. Хорошо. Через право я не пройду, потому что там пузырики сраные. Так, хорошо, сюда нам. Вроде бы. Стрелка так недосмысленно намекает. Сейчас я своими действиями призову каких-нибудь рыболюдов, которые мне начнут доказывать, что я был неправ. Заставит вернуть все как было. Но. Но чё-то никого нет. Так, сюда. Плазмолит. Планета спектр склады. Сюда. Что-то зеленое, что-то исчезло. Сюда. Так. Обожаю лифты. Такие медленные. Так расслабляет. Сука. Ага. Ха. Иди сюда. Я сейчас раздавлю, блин. Так. Ого. Так все и задумано. Сейчас я нажимаю, что-то происходит, да? Нет? Нет, это телепорт. Оу. Ага, ага. Он сплошняком идет без коридоров. Так. Блять. Так, центральная, боковая. Хорошо. По-моему, телепорт не в самом безопасном месте сделали. Такие инженеры. Ой, это же Баркакл. Нет, Баркакл, не ешь. Сука. Съел Баркакл. Так. Сюда. И чё? А,
Это был лифт. Прикинь, если бы я сейчас рандомом не нажал на X, он бы не поехал. Так, окей. Они просто подряд взрываются. Ладно. Они просто подряд взрываются, я пробежать их не могу. Надо это, типа по одной. Да, блять, он же закончился. Ох. Ага. Так. Хорошо. Нифига тут лифт, если я могу вот так вот прям. Не? Не могу? Ладно. Куда же без лифтов-то, а? Так. О, здорово. Энергетик. Система энергоснабжения вышла из строя. Требуется провести перезагрузку главного модуля. Окей. Я хоть одного выжившего увижу здесь, иначе нафига я вообще сюда пришел? Перезагрузку главного, блин, модуля. Где он, этот ваш модуль? Типа я спустился, чтобы прочитать, да? Вот это вот. Вот, я сейчас уйду с лифта. И все, это будет софтлок. Я просто спрыгну. Так. Не сюда, мне не сюда. Хорошо. Сюда. По-любому сюда. Хотя я мог здесь перебежать. Хотя бы на этом спасибо. А здесь я могу от... вправо вообще уйти могу. И влево, или нет? Или мне не надо? Эх. Зачем еще приключения? Просто лезть по этому лифтику. И из-за лишних вопросов. Правильно? А еще мне по-любому вниз надо. А, нет. Можно было и здесь. Так, хорошо. Что это было? Давай быстрее, блин. Вкусная бочка? Нет? Приятного аппетита. Чудило. Так. Сейчас меня будет жрать рыба. А-а-а. Так а нафига я сюда сплыл? Что я здесь делаю? Нафига я здесь? А, ага, хорошо. Блять. Спасибо. Ж нельзя было обойтись без вот этого вот подстава, да? Чувак. Блять, что это было сейчас? Подожди. Бочка. Почему она была тут вообще? Ага. Поешь говна. Я такой спускаюсь в озеро, и внезапно начинает подниматься вода. Хорошо, подумал я, но там, сука, баркакал по правой стороне. Спрятался. Или нет? Или выше, подожди. Он же сразу прям перед экраном, блин. Это нечестно по отношению к игроку. Сейчас там еще какая-нибудь тварь будет наверху. Я, сука, просто не увижу. Потому что я не знаю, может быть она справа, может быть она слева.
Так, хорошо. Никого вроде нет. Вроде. А, центр управления. Так, и чё? Кнопку нажал. Так. Я же был здесь. Или нет? Ладно, дави нахрен. Вот так вот, бля. Стоп. Сюда. Лифт, лифт, лифт. Мой любимый лифт. Ты... О, ты такой быстрый. Давай еще пару этажей. А. Это весь уровень был. Последний рубеж. Так. Короче, я пришел. Пока я ничего не нашел. Просто убедился, что все мертвы. Ну сколько там? 5? 6? 6 человек, наверное. Ага. Так. Тут кто-то стреляет внезапно. Но кто это? Эй! Ты прилетел с кометы? Да, но... Что случилось? Нет времени объяснять. Заправь капсулу и отправь ее на Союз-1. И я тоже... Тоже... И сдох. И чё? Проклятие. Стой, подожди. Вот так вот. Я могу делать вот так. Шух-шух-шух-шух. А могу стрелять. Секундочку. Да ёп, блять, кнопки перепутал. Сейчас, секунду. X это заходить и выходить. А, вот так вот. Какие они хитрые. Так, сюда. Сюда сразу направим, чтобы вниз стрелять можно было. Нефиг далеко куда-то стрелять, тем более я не с... Блять, какие же вы быстрые. Да я кнопки перепутал опять. Не очень удобно. Ага. Хорошо. Давай. Раз, два, три. Ага, отстреливаемся. Ука. Суки. Мелкие. Это... Это нормально? Это нормально? Я типа остался отстреливать эту фигню, ну я по крайней мере это видел так. Корабль смотался без меня. Ну ладно, я полагаю, это баг. Уже 4 кристалла. Ну вроде да. И мне этого хватит. Уже 4 кристалла. Ты думал, что я прохожу во второй раз. И в первый раз у меня было не 4 кристалла, а меньше. И ты такой, типа... В первый раз у меня было 1 кристалл. И сейчас я такой, уже 4 кристалла, да? Нахрен там? Потратил я на это 31 минуту. И количество смертей 34. А разработчик Amaberate.